начиная с 14 лет. Мне было 14 лет, когда наша семья переехала из Пиджикента в Самарканд. Мы поселились на восточный тупик один, а рядом за углом на Мубаракске, на углу, жила семья моей Розы. Я хочу вам сказать, что росла она и воспитывалась в очень-очень хорошей семье. Я ее маму, тетю Ксю, знала очень много лет, она практически на моих глазах скончалась. Вот уже более в таком степенном возрасте она была необыкновенным человеком. И да, ее супруг Рахмат Гунаев был большим человеком, был следователем, был прокурором. Сами понимаете, жизнь такого человека была постоянно под стрессом. Он и был в местах не очень отдаленных. И воспитанием 5 детей, 2 сыновей и 3 дочерей фактически выпало на долю тети Ксю. Я хотела бы, чтобы вы представили эту женщину, высокая, красивая, умная, мне кажется, даже и образованная. И она сумела воспитать 5 достойных детей. И вот среди них одна, и жила она, между прочим, в общем доме со своим братом, со своими там родственниками брата и так далее. Все это была не очень простая обстановка. Но она была такая, знаете, удивительно, я ее как называла, ее как царица была. Она и внешне была такая необыкновенная. И вот 5 достойных детей, 2 сына. Вот одного из сыновей мы видим сейчас здесь. Это наш Рафик, известнейший стоматолог был в Самарканде. И Алик был бизнесменом. Девочки все получили образование, вышли хорошо замуж. А вот с Розой мы делили, что называется, кусок хлеба пополам. Она была у меня в доме, я была у них в доме, и спали мы вместе. Вот такая была дружба. Я хотела бы внести некоторые коррективы, то, что сказал вот наш дорогой Рафик. Я не знаю, о каких годах он говорит, но уже начиная с 46 года эта семья жила в Самарканде. Так или не так, Рафик? Я вас знала с 46 года. И Роза со мной училась, начиная 5, 6, 7 классы, она училась вместе со мной. И буквально позавчера я разговаривала с Израилем, и мой однокашник, наш однокашник, Ашкеназ Нусблат, он вспомнил ее и сказал, я еще помню ее по Джуме. Я этого не знала, что вы, оказывается, когда-то жили в Джуме. Да, и он говорит, я ее очень хорошо, она была говорит, необыкновенно красивой. Вот я по этому поводу хочу сказать. Роза, при всей своей, я хочу, чтобы вы все посмотрели вот на этот портрет. Это ей уже много-много лет. А представьте ее молодую. Откройте сегодняшнюю минору. Мы принесли вместе со Светой эту газету. Там она дается вот такой, какая она была, когда ей было, наверное, лет 20-25, может быть, даже чуточку больше. Это была неземная красота, вот нарисованное лицо. И она ко всему, при всем при том, что, как тут сказали, наивная была, да, она была наивная, да, она была очень добрая, чересчур добрая, наверное, нельзя быть. Просто